Здравствуйте, друзья! Я сегодня начну новую рубрику на нашем канале. Назовем ее так сокращенно «Нам пишут». Вы знаете, что мы получаем много писем, но в данном случае я подумал, ну, не все письма требуют ответа, а некоторые письма достойны просто того, чтобы их прочитать. И я рассчитываю, что те, кто нас послушает, значит, ответят что-то в комментариях в позитивном ключе. Да, вот это не для того, чтобы там прийти и там посмеяться или поплеваться, или кого-то обидеть. Нет, это в позитиве. Ну, вот просто такое интересное письмо. Меня зовут Семен. Мне 22 года, живу в России. Мечтаю уехать в США с детства. Играю в лотерею, но пока не повезло. Я год назад закончил университет по специальности информационная безопасность. Школу закончил без троек, а вот в дипломе их 30%. Сам думаю, что выбрал не ту область, поэтому так и учился, без интереса. После школы вообще не знал, чего хочу и куда поступать. Сейчас ничего не изменилось, собственно. Мама говорила, иди на экономиста или на архитектора. Но в школе я не любил обществознание, а учил физику и математику. Поэтому эконом даже не рассматривал. Архитектор должен уметь рисовать, чего у меня нет. Единственное, в чем я тогда разбирался хоть немного, так это в компьютерах. И мне это как-то нравилось, хотя опять же, я даже не сдавал информатику и не знал ее так, как у нас ее очень плохо преподавали, а сдавал физику. Но даже когда я определился с институтом, я не знал, на какую специальность идти, и выбирал по принципу самая престижная специальность с самыми высокими проходными баллами. Хотя своих баллов у меня бы не хватило для поступления на нее, но помогла олимпиада по физике, которая засчитывалась как 100 баллов. После окончания института я все-таки поступил в эконом на магистратуру платно. Я там был единственным, кто пришел после бакалавриата, никак не связанного с экономикой. Поэтому я почти ничего не понимал, а изучать все с самого начала желания не было, и я отчислился через полгода. Тут должен сказать, что у меня был лучший друг, с которым у нас была куча грандиозных планов и идей. В частности, мы хотели заниматься видеографией. Но потом случилось событие, из-за которого мы перестали общаться. Соответственно, все планы были перечеркнуты. После этого я начал искать активно работу. Сначала как программист, затем как тестер. Но до сих пор не увенчалось успехом. По специальности работу почти не искал, так как в нашем городе вакансий почти нет. И так я просидел дома еще несколько месяцев, после чего начиналась депрессия, и я чувствовал, что теряю вкус к жизни. Начал задумываться переехать в Москву или в Питер, чтобы выйти из зоны комфорта, полностью сменить обстановку и начать там заниматься хоть чем-то. Но никуда не поехал, так как нужно было заняться здоровьем. А также был вариант, что мне предложат работу в моем городе. В настоящий момент работу мне так и не предложили, и я продолжаю поиски, но пока безуспешно. Самая большая моя проблема, что я до сих пор не знаю, чего хочу. Точно знаю, что не могу заниматься монотонной работой. Быстро устаю. Ходил даже к психологу по профориентации, но, видимо, психолог был не очень хороший и ничего дельного мне не сказал, а исходил из соображений, где выше зарплаты. Думаю обойти. Это хороший способ уехать в США, а также хорошие деньги. Да и образование мое соответствует. Но раз я учился без интереса, значит ли это, что и работать в IT мне будет скучно? Да и раз до сих пор не нашел работу, то почему позже я ее найду? Думаю о бизнесе. Тоже можно потом уехать в США. Но не уверен, что есть во мне предпринимательская жилка. Нет даже идей, чем заняться. Думал снимать свой блог. Но опять же, о чем, если в моей жизни ничего не происходит? Да и особо не заработаешь на этом. В конце концов, думаю о творчестве. С детства играю на гитаре и пою. Но ничего из этого не делаю профессионально. С одной стороны, хочется знать, в каком направлении двигаться. Но с другой стороны, чтобы знать, нужно пробовать. А я снова сижу и пишу вам это письмо, вместо того, чтобы что-то делать. Вот такое письмо, друзья. Приглашаю всех к обсуждению. Спасибо за внимание.